84 года назад Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и Краснодарский край. С тех пор 13 сентября считается днем образования нашего края. В этот день во всех муниципалитетах звучат высокие слова о Кубани, и она вполне достойна самых теплых слов. В честь 84-й годовщины образования Краснодарского края по всей Кубани прошло более 1000 мероприятий в различных форматах. И в нашем городе этот памятный день не оставил жителей равнодушными. Они пришли на Театральную площадь с тем, чтобы принять участие в праздничном мероприятии. Почетное право поднять флаг Кубани было предоставлено отличнику учебы детской школы искусств имени Григория Пономаренко Александру Симоненко. Глава Славянска на Кубани Александр Берсенев сердечно поздравил всех собравшихся с праздником. Мы всегда поддерживаем всю политику, то, что доводит нам край. Город наш, вы знаете, растет, развивается, с каждым годом становится все краше и краше. Ну а я в честь такого праздника, в день рождения нашей любимой родины, нашей Кубани, поздравляю вас всех с праздником. Желаю вам благополучия, здоровья и успехов. Народный мужской ансамбль «Самородок» выступил с праздничным концертом, исполнив хорошие песни о Кубани и ее замечательных людях. Для каждого, кто живет в крае, который по праву считают житницей, здравницей и жемчужиной России, день его рождения – отличный повод, чтобы еще раз вспомнить, чем дорога для сердца малая родина. Я живу в Краснодарском крае всю жизнь. Я очень люблю это южное солнце, теплые моря, людей гостеприимных. И желаю от всей души Краснодарскому краю процветать. Процветать во всех отношениях. Я люблю этот край, потому что здесь всегда солнечно, здесь всегда радостно. Я здесь училась. Я ездила по разным городам и вернулась сюда снова. Мне здесь очень нравится. Наш край, наша любимая Кубань, это действительно жемчужина нашей Родины, нашей России. Здесь живут замечательные люди. И сегодня замечательный праздник, день рождения нашего Краснодарского края. Наша Славянская межпоселенческая библиотека присутствует на площади с выставкой, где представлены книги о Кубани, о искусстве, о спортивных достижениях. Книги очень хорошие. Можно прийти к нам в библиотеку, почитать эти книги, посмотреть. Много природных богатств на Кубани, но самое главное ее богатство – люди всех профессий и возрастов, которые живут здесь и стремятся сделать Краснодарский край еще лучше и краше. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».